Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире Prima Media Live. У нас сегодня гость из столицы, директор департамента франчайзинга компании RP.com Олег Юдин. Олег, спасибо, что приехали и к нам в Владивосток, и зашли к нам в гости сегодня сюда. Вот вкратце для тех, кто не знает, для тех, кто не в курсе, расскажите про компанию RP.com. Как я понимаю, это крупнейший оператор индустрии гостеприимства, да, в России? Ну, во-первых, вам спасибо, что пригласили. Ну, наверное, не крупнейший, а один из самых крупных операторов. Группа компании RP.com. Когда-то была компания, сейчас это группа компании RP.com. Кстати, на прошлой неделе мы отпраздновали десятилетие управляющей компании RP.com, управляющей компанией, которая управляет ресторанами. Группа компании RP.com. Сейчас это, в первую очередь, ресторанный бизнес. Стейкхаус и Гудман. Это самая первая, самая большая, наверное, самая профессиональная, самая демократичная сеть местных ресторанов, то бишь стейкхаусов в России. Сейчас у нас 11 ресторанов в Москве, 3 стейкхауса Гудман в Лондоне уже порядка 6 лет, один в Цюрихе, один в Киеве, один в Новосибирске. Стейкхаусы Гудман, Фишхаусы, Филимон и Янкель. Это рыбные рестораны, пивные рестораны Колбасов. И мы несколько лет назад взяли мастер-франшизу на Россию Wendy's. Wendy's – это такой премиальный фастфуд в Америке по оборотам, по количеству точек. Это номер два или номер три после Макдональдса, ну или после Бургер Кинга. Вот, то есть мы в одном лице и франчайзи, и в то же время мы и франчайзеры. В первую очередь, как я сказал, это ресторанный бизнес, но кроме ресторанного бизнеса у нас еще есть и кейтеринговый бизнес. У нас есть своя компания, которая занимается заготовкой полуфабрикатов не только для наших ресторанов, а также в целом обеспечивает весь ресторанный рынок Москвы. То есть группа компаний такая достаточно многопрофильная. Ну, если коротко, так. Но ваша цель приезда в Владивосток на конгресс рестораторов и ательеров, что вы будете делать там? Ну, говорю честно. Во-первых, я стараюсь крайне-крайне выборочно ездить по регионам России, потому что далеко не всегда качество региональных мероприятий меня устраивает. Если я куда-то еду, я должен быть уверен, что это профессиональное мероприятие, что я не впустую потрачу время и деньги. Могу сказать, лет 7 назад Ассоциация рестораторов и ательеров Дальнего Востока уже приглашала моих коллег из RP.com, и они достаточно лестно отзываются о конгрессе, который был. И в целом я поспрашивал у коллег-рестораторов. Все говорят, что конгресс проходит на достаточно высоком профессиональном уровне. Это первое, почему я приехал. Второе, я понимаю, что Владивосток – это очень качественный город с точки зрения бизнеса, с точки зрения развития экономики, с точки зрения в том числе ресторанного бизнеса. Поэтому я приехал посмотреть. Ну, не буду скрывать, конечно же, мне интересно и пообщаться с местными рестораторами, и в целом бизнесменами. Может быть, мы договоримся о продаже наших франшиз. Это, ну, это уже, наверное, вторая цель. Первая цель – познакомиться, посмотреть на качество ведения бизнеса. Ну, и мы, естественно, будем еще читать мастер-классы по рыбе, мастер-классы по стейкам. Я приехал не один, я взял с собой еще бренд-шефа компании RP.com. А вообще у людей, которые, ну, не столичных, да, в России сформировалось еще понятие, что такое франчайзинг и с чем его едят? Либо это все-таки так еще на уровне таких попыток? Я могу сказать, я каждую неделю езжу по России, но вот если не каждую неделю, то раз в две недели стабильно я езжу в большие города России. И не просто езжу, да, езжу с определенной целью. Промониторить качество города, качество бизнеса, качество ресторанного бизнеса, ну и какие франшизы там есть. Наверное, отвечу так. Москва, ну, как мы все знаем, Москва – это вообще государство в государстве, да? Там очень многие знают, что такое франчайзинг, как правильно этим заниматься. Если же говорить в целом по России, то, конечно же, уровень знаний значительно ниже. Так и как с этим бороться-то? Вот ездить и всем рассказывать? Как бороться? Либо это нужно начинать с низов, как говорится? Как бороться? Ну, наверное, начну с больного. У нас нет федерального закона о франчайзинге, как это есть в крупнейших развитых странах, где франчайзинг занимается многие-многие десятки лет, и это целая культура, четко прописанная, регламентированная культура. Да? У нас же закона о франчайзинге нет, есть только отдельно 54 глава Гражданского кодекса. Поэтому я могу сказать, что франчайзинг у нас только развивается, есть очень много недоработок. Но в
В целом, в частности, вот мои коллеги из Российской ассоциации франчайзинга, большое им спасибо, они системно ездят по городам России и проводят вместе с региональными партнерами, проводят семинары по франчайзингу, общеобразовательные семинары по франчайзингу. Это первое. Вот им огромное спасибо за популяризацию франчайзинга в России. Второе. У нас в России проводится выставка ByBrand. ByBrand – это крупнейшая выставка по франчайзингу не только в России, а в СНГ. Проводится она в Москве, вот она была в начале октября, очередная выставка. Могу сказать, что я в этом году специально поехал на парижскую выставку, называется Franchisee Paris Expo. Очень маститая выставка. Специально поехал посмотреть на качество организации выставки, на качество франшиз. Я могу сказать, что наша выставка ByBrand ничем не хуже маститой французской выставки. А если говорить именно о сегменте рестораны, именно о представленности в этом сегменте мировых франшиз, то наша даже покруче будет. То есть ситуация неоднозначна. У нас есть много минусов, вместе с тем я вижу и положительные тенденции. Ну, франшиза это все-таки в основном московская и питерская тема, либо сейчас тоже расходится по России очень неплохо, на ваш взгляд, как? В целом, скажу так, в первую очередь сильно бренды франчайзинг ведут из Москвы, из Питера. В целом в Россию приходят сильные мировые бренды, например, KFC, Subway. Но вместе с тем есть и сильные региональные концепции. Ну, если позволю называть слух, я могу назвать. Без проблем. Например, вот не так давно был в Новосибирске, Traveler's Coffee. Мне очень понравилась концепция. Harrods Pub, тоже региональная концепция, сильная концепция, очень активно развивается. Ну, Traveler's пришел к нам недавно, да. Да. Вот если по России, вот какие-то города, помимо, понятно, что столиц наших, вот какие-то всплески, где идут вот по франшизам, есть такое или как-то все очень так ровно? Хороший вопрос. Надо подумать. Всплески. Скажем так, да, Москва, отдельная ситуация, там франчайзинг бизнес сильно развит, Питер, да. Если же говорить в целом о России, то, как правило, нет. В крупнейших городах России, вот тенденция последних лет, в крупнейшие города России идут сильные фастфуд-бренды. И не российские, а именно мировые бренды. Я говорю в первую очередь о Subway и KFC. Вот фастфуд идет в регион очень активно. Что касается ресторанного, приличных ресторанов, вот, не фастфуд. Приличных ресторанов, да. Ну, если говорить о приличных ресторанах, так называемый сегмент casual dining, средний ценовой сегмент. Если говорить о приличных ресторанах, то в первую очередь востребована пивная концепция, итальянская концепция и японская. Я думаю, что можно отметить совершенно спокойно бренды корпорации Росинтер, это Иль Патио, Планета Суши. Они очень активно представлены в регионах и совершенно заслуженно. Это годами, точнее десятками лет отработанная франшиза, можно совершенно спокойно покупать. Но вот если брать Владивосток, да, и есть такая проблема, это нехватка коммерческих площадей, которые подходят под требования, да? Да. Вот с этим как бороться, как с этим жить? Вообще есть ли какие-то такие послабления насчет того, что, ну, давайте там меньше, так меньше? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что такая проблема есть везде. В целом ставки на коммерческую площадь по России значительно меньше, чем в Москве. Мы садимся на очень высокие ставки в Москве. Но если мы заранее все просчитаем, все просчитаем, то это эффективно. Поэтому как бороться с недостатком площадей? Я уверен, что площади есть, но другой вопрос, что они просто дорого стоят. Надо заранее все просчитывать. Конечно же, есть методики, которые позволяют заранее просчитать окупаемость. Эти методики достаточно сложны, они отработаны годами. Можно просчитать и садиться на высокую аренду. Что еще? Что еще вы хотите услышать? Ну, вы в Владивостоке, понятно, что вы только вот прилетели, да? Да, вот я прямо с рейса... Спрашивать у вас о каких-то, то, что вы смотрели здесь, видели, и пока еще... Могу сказать, что из аэропорта я поехал, я прямо в машине меня укачало, но когда я открыл глаза, я сразу увидел подделку под один мировой бренд, кофейный. Не буду называть. Кофе-сити? Нет, ну не в аэропорту прям? Нет, не в аэропорту, это по дороге. По дороге? Да, было бы интересно узнать. Нет, не буду.
буду политкорректен. Угу. Нет, у нас много подделок, но а почему делают подделки? Что, по-вашему, это недостаток средств, и ну, купили бы франшизу? Комплексно. Наверное, начнем с того. Опять же, закона о франчайзинге нет, федерального регулятора нет. Например, в банковском бизнесе есть регулятор Центробанк, да, который очень жестко все регламентирует. Здесь же такого нет. Поэтому сейчас люди сделали 5-6 ресторанов, называют себя сетью, наскоро делают франшизу и начинают ее продавать. Франшиза абсолютно сырая, но тем не менее начинают продавать. Кто-то ее покупает. Франчайзер, точнее франчайзи, тот, кто купил франшизу, поработает полгода-год, понимает, что франшиза абсолютно сырая и непрофессиональная, разочаровывается, меняет вывеску и работает с тем же самым, с той же самой концепцией, но под другой вывеской. Это одна беда. То есть достаточно много непрофессиональных франшиз на рынке, сырых франшиз. Вторая беда, ну, все-таки Россия – это откровенное воровство. Даже сильные бренды, профессиональные бренды подделывают. Я видел подделки под Эль Патио и под Планета Суши. Я видел, постоянно вижу подделки в регионах и под нашу концепцию колбасов, это пивные рестораны. Несколько раз видел подделки и под стейкхаус и Гудман. Плюс к этому достаточно несовершенное законодательство. Судиться можно, но это долго и затратно. И есть у вас прецеденты, когда вы выигрывали? Я могу сказать, что... Если говорить именно о наших концепциях, о колбасах и о Гудман, внешне похоже, но ты приходишь, ты пробуешь меню, и ты понимаешь, что ребята не дотянули. Им просто не хватает профессионализма. Поэтому пока нет смысла судиться. Я считаю так. Вот если есть подделка в каком-то городе. Вот я не так давно был в одном большом городе, миллионнике. В России откровенная подделка под Гудман. Прям один в один. То есть ребята когда-то приехали из этого города в Москву на Тверскую 5 лет назад, слезали полностью абсолютно все, приехали, сделали. То есть я попал, вот я приехал в этот город и попал в Гудман 5 лет назад. Вот, все-все похоже, но качество еды совсем другое. Поэтому, если Гудман придет в этот город, они нам заранее подготовили почву. Вот, ребята, вот подделка, а вот оригинал. Сравните и попробуйте и сравните. Ну, это даже хорошо. Пусть они нам готовят почву, мы зайдем, но я уверен, что люди сразу поймут, где оригинал, где подделка. А бывают такие ситуации, когда вот подделка бывает лучше, чем оригинал? Я пока не встречал. Я пока не встречал, но вот если говорить о группе компании Rupicom, то я не встречал качественных подделок. Не встречал, нет. Другие подделки, я признаюсь, я не сильно-то мониторю. Просто вижу, что они есть. А по поводу Rupicom и вашего приезда сюда, во Владивосток, да, можно там пофантазировать немножко, да, и сказать, что вот бренды, да, рестораны, компания Rupicom перейдут во Владивосток. Вот можно сейчас про это фантазировать, или это только фантазии? Или у вас есть какие-то наброски, приметки? Прийти в Владивосток. Или это далеко и. По франчайзингу, да, теоретически возможно. Я недаром приехал в Владивосток, но скрывать нечего. Говорю совершенно откровенно. Во-первых, потому что Владивосток очень красивый город, отлично развитая экономика по сравнению с другими городами России. И плюс к этому я понимаю, что есть большой потенциал, как и экономический, так и продуктовый. Рядом море, у вас прекрасно развит рыбный промысел. Достаточно развитая экономика. С другой стороны, у нас рыба стоит едва ли не дороже, чем в Москве. Да, но смотрите, какая ситуация в Москве. Если говорить о фишхаусах или Ману Янке, наши рыбные рестораны. Может быть, рыба стоит и так же, зато она у вас есть всегда, стабильно, и всегда можно найти рыбу свежайшую, высочайшего качества. В Москве же далеко не всегда мы можем найти такую рыбу. Да, то, ну, не буду скрывать, что у нас достаточно много поставок из-за границы. Только потому, что российские поставщики не могут нам обеспечить стабильное качество каждый день. Москва – это высококонкурентный рынок. Сегодня у нас есть стабильное качество. Послезавтра его нет. Через неделю снова появилось. Даже постоянные гости уйдут к другим. В Москве такого позволить нельзя. Здесь же у вас вот все есть. И прекрасные морепродукты, и рыба, и все это наисвежайшее каждый день. Ну и, собственно, и пивные рестораны у нас тоже есть. Вот. Вы вообще заходить не боитесь, потому что у нас рынок достаточно, на мой взгляд,
представлен в разных, различных сегментах, в различных направлениях. Вы очень не боитесь этого? Скажем так, я каждую, повторюсь, почти каждую неделю езжу по регионам России, мониторя все рестораны, я очень редко встречаю сильную концепцию. Пока вот я первый день в Владивостоке, я еще не знаю местной концепции. Я могу сказать на примере других городов. Крайне-крайне редко я встречаю сильные мясные концепции или сильные пивные концепции. Наверное, мясных я вообще не встречал. Пивных вот за год я, наверное, встретил 3-4 концепции. В регионах, да? В регионах России. Из них я промониторил, суммарно пивных ресторанов я промониторил штук 40 точно. Поэтому посмотрим. Перед тем, как заходить на рынок, естественно, мы проведем целый комплекс исследований. После этого уже поймем, есть смысл заходить или нет. Просто так мы не заходим. Все заранее стараемся просчитать. Есть ли какие-то практические давать советы людям, которые хотят здесь что-то открыть, да, купить франшизу? Вот что бы вы посоветовали? На какие франшизы обратить внимание? С какими франшизами, допустим, не особо сталкиваться и пытаться начать работать? Возвращаясь опять же к тому, что у нас нет закона о франчайзинге, очень много сырых франшиз, поэтому я бы посоветовал следующее. Обязательно собрать информацию о той франшизе, которую вы хотите купить. Как это можно сделать? В интернете. Детально промониторить интернет, и вполне возможно, вы найдете что-то интересное или наоборот, порочащая эту франшизу. Угу. Такое и есть. Обязательно нужно найти франчайзи, которые уже купили эту франшизу, выйти на владельца и поговорить, как франчайзи работает с главной компанией, то есть франчайзера. Франчайзи может много чего интересного рассказать, очень много. Бывает так, что франчайзер, главная компания, говорит, что мы белые пушистые, поговоришь с франчайзи, далеко не так. Вот это, наверное, то, что я могу сказать из практики. Если же говорить о том, какую франшизу покупать, наверное, если это начинающий ресторатор, да, я бы в первую очередь, конечно, порекомендовал бы обратиться к самым сильным франшизам. И, наверное, в первую очередь я говорю о фастфуд-сегменте. И другие средства, и достаточно большая гарантия, что бизнес пойдет. Как быть, допустим, если нельзя в Владивостоке открыть Макдональдс, да, тот же Уэндис, наверное, нельзя, потому что жителей маловато. Был у нас Subway, благополучно скончавшийся, по разговорам людей, которые доходили и которые были в Subway, даже у нас в России, я уже не говорю там про США, сказали, что это омерзительно. Ну, в смысле, продукты не те, что-то не так, вот все там, булки не те. Вполне возможно, это локальная проблема франчайзи, который здесь это делал. Вполне возможно. Во-первых, не соблюдал все стандарты, с этим я сталкиваюсь постоянно. Второе, вполне возможно, не там разместил. Маститые рестораторы не дадут мне соврать, с чего складывается успех в ресторанном бизнесе. Примерно 50% успеха – это месторасположение, остальные 50% успеха – это магия бренда и мастерство ресторатора. Вот это должно быть все в комплексе. Если говорить о том, что Subway был неуспешен, вполне возможно, во-первых, неправильно подобрали помещение, это уже 50% минус. Второе – это мастерство ресторатора. Вполне возможно, какие-то стандарты он не соблюдал. А если брать про риски при покупке и продаже франшизы, они существуют и какие? Конечно. Давайте тогда рассмотрим и одну, и вторую сторону. Да, вот со стороны франчайзи. Вы хотите купить франшизу. Я уже говорил о том, что много франшиз на рынке сырых, непроработанных. Что такое франшиза? Это целый пакет документов и бизнес-процессов, которые вам продают. Да? Это большой-большой процесс. Как правило, всегда у сырых франшиз есть трудности с ключевым продуктом, который они должны предоставлять. В частности, можно сказать не только о ресторанном бизнесе, например, о одежном бизнесе. Там вам управляющая компания, главная компания предоставляет брендированную одежду. Довольно часто, вот я совсем недавно читал про очередной достаточно известный французский бренд. Не буду называть. Стандартная ситуация. Постоянно срывает поставки в регионы. Плюс к этому
цены, по которым продает свою, свою одежду, она выше, чем, скажем, на те же самые, на ту же самую одежду, но в каких-то больших супермаркетах. Плюс к этому просто проблема с логистикой. Вот это, наверное, основные проблемы, которые я вижу. Именно, опять же, у нас в российском бизнесе. Со стороны франчайзи, того, кто покупает франшизу. Со стороны франчайзера, того, кто продает франшизу, наверное, ну, достаточно много у нас непрофессионалов хотят этим заниматься. И бывает, бывает среди них достаточно неадекватные люди, с которыми просто тяжело работается. А если договор коммерческой концессии, то есть все взаимоотношения между франчайзером и франчайзи регламентируются у нас в России договором коммерческой концессии. Если договор коммерческой концессии сделан непрофессионально, такое довольно часто, то это будут очень большие проблемы и для франчайзера, и для франчайзи. Ничего не стоит, если договор слабенький, ничего не стоит через год поменять вывеску, работать по другой вывеске. Это опасность со стороны франчайзера. А есть ли какие-то опасности из-за удаленности Владивостока, да, от Москвы тоже? И вот, или без разницы? Ну, как, смотря о чем мы говорим. Если мы говорим, ну давайте, наверное, говорить не просто о франчайзинге, а о франчайзинге в ресторанном бизнесе, который мне очень хорошо известен. Какие могут быть опасности? Если вам из Москвы, например, да, в Владивосток поступает какой-то концептуальный продукт, да, в ресторан, то, конечно же, это будет очень долгий срок поставки, продукт может чуть-чуть испортиться, такое тоже теоретически возможно. Плюс к этому достаточно сложный контроль из Москвы за Владивостоком. Ну, в силу того, что у нас большая разница по времени, это во-первых. Во-вторых, любой профессиональный бренд, я имею в виду франчайзинг бренд, обязан каждые несколько месяцев присылать своих сотрудников, профессиональных сотрудников в франчайзинговую точку и детально инспектировать ресторан, да, не просто инспектировать, а помогать франчайзи работать максимально эффективно. Поэтому, конечно, до Владивостока далеко, я думаю, что не все будут добираться. А вот если вот про Wendy's, хотелось бы, чтобы добрались, потому что у нас тут есть же местные, у нас тут свои такие товарищи тоже, у которых, в принципе, все нормально. Даже есть старейший у нас такой Magic Burger есть, который открывали, дай бог памяти, там уже в 91-м году или ну, в начале 90-х. Очереди стояли, как на Пушкинской в Москве, в Макдональдс. Ну, до сих пор туда достаточно ходят, хотя очень весьма своеобразная еда, ну, по качеству я имею в виду. Вот. Wendy's придет в Владивосток? Могу сказать, что это дальние планы. Мы надеемся, что мы будем активно развиваться в регионах, но это не в этом году. Владивосток, конечно же, интересен. Оставим место для домыслов, да. А специфика какая в Владивостоке, на ваш взгляд, для открытия здесь ресторанов, да, для ведения ресторанного бизнеса? Вот взгляд со стороны. Взгляд со стороны. Опять же, я сегодня первый день приехал, поэтому могу полагаться только на мнение моих коллег, профессиональных рестораторов, которые же были в Владивостоке. Чем отличается Владивосток? Ну, во-первых, как я сказал, достаточно высоким состоянием экономики. Во-вторых, как говорят мои коллеги, здесь достаточно серьезная конкуренция именно в ресторанном сегменте и есть сильные концепции. Вот я собираюсь в ближайшие пару дней их промониторить, посмотреть на качество. Запоминайте вот человека этого, господа. Динамика развития, динамика покупки франшиз в России, она куда вот мы сейчас идем? Динамика. И да, существует ли? Что было раньше, допустим, лет 5 назад? Существует, да. Да, люди стали покупать франшизы больше. И в первую очередь, как и говорил, если говорить о сегменте общественного питания, то стали покупать, в первую очередь, конечно же, сильные фастфуд-франшизы. Почему у нас, ну, это понятно, что быстро окупаемое, да, фастфуд? Это не просто быстро окупаемое, это самый демократичный сегмент, который при правильном ведении бизнеса выживет даже в кризис. Именно так. То есть именно фастфуд-сегмент меньше подвержен кризису, чем сегмент, в котором работаем мы, сегмент casual dining. Ну, а как у вас прошел 2008 год, например? Был
Я не буду скрывать, конечно же, кризис прилично сказался на нас, но у нас все хорошо. Опять же, не буду скрывать, нам пришлось частично сократить управляющую компанию. Сейчас у нас управляющая компания порядка 150 человек. Это люди, которые не работают в ресторанах, а именно управляют рестораном. Частично мы сократили управляющую компанию, но в целом кризис мы встретили достаточно достойно, потому что мы заранее к нему готовились. А как подготовиться можно к кризису? Вот такие, может быть, секреты. Что нужно делать? Целый комплекс работ. В первую очередь, конечно же, мы старались оптимизировать все наши накладные расходы, при этом без потери качества. Все мы пересмотрели, подтянули все хвосты. В целом нам это удалось, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, мы делали в кризис и сразу же после кризиса разнообразные антикризисные предложения. Я имею в виду меню. Поэтому достаточно мы хорошо кризис пережили. Вот сейчас я тут запишу, которые вопросы, которые нам присылали, секунду, вот с интернета. Вот для потенциала Владивостока, для открытия всемирно известных больших ресторанных марок, каких-то, да, франшиз, есть, либо все-таки мы не вышли количеством населения? 600 тысяч все-таки не так много. Это и не так мало, могу сказать. Совсем это не мало, тем более, если качество населения достаточно высокое, это совсем не мало. Я бы, конечно, на этот вопрос ответил бы через неделю, когда все детально посмотрю. Но в целом, я думаю, что сильные франшизы сюда могут спокойно приходить, сильные ресторанные, в том числе мировые франшизы. Но все нужно просчитывать. Единого рецепта нет, нужно все детально просчитывать. В первую очередь, смотреть месторасположение. Ну, как раз таки с месторасположением у нас достаточно проблемы, потому что центр так уже перенасыщен различными вещами. Можно ли сделать вообще ресторан, дорогой ресторан, престижный, и не в центре города, на окраине, например? Можно, но нежелательно. Дорогой, престижный. Я бы сказал так. Дорогой, престижный ресторан – это не тот бизнес, на котором можно зарабатывать хорошие деньги. Достаточно хорошие деньги можно зарабатывать на сегменте casual dining, то есть сегменте демократичные рестораны. Открывать престижный ресторан можно просто для престижа. Сказать, что вот у меня есть ресторан, который зарабатывает там копейки. В целом, именно так, именно на демократичном сегменте зарабатываются достаточно хорошие деньги. На сегменте fine dining, то есть на высоком сегменте, как правило, зарабатываются небольшие деньги. Конечно же, есть исключения из правил. Есть. Но, опять же, бывает так, что и спальные районы пригодны для хорошей концепции. Но надо четко подбирать концепцию. В спальных районах, в первую очередь, это пивная концепция, итальянская или японская. Поговорим про, как мы с Романом разговаривали, с Иванищевым, про звезды Мишлен и грозят ли они России в будущем. Да? Потому что я знаю, что у нас буквально по пальцам пересчитать ресторанов, по-моему, одной руки даже. У кого есть звезды Мишлен? У нас грядет какой-нибудь такой ресторанный бум, я имею в виду, ну, такой уже элитарно-ресторанный. Ну, я бы сказал так, если говорить о Москве, о Санкт-Петербурге, то есть, то есть много достойных концепций, которые ничем не уступают сильным, например, парижским или лондонским концепциям, ничем абсолютно. Да, вполне возможно, мы, может быть, лет через 10 придем к культуре Мишлена или культуре Загат. Загат — это второй такой международный гид. Ну, пока я просто не вижу, чтобы это системно оценивали большие уважающие компании. Конечно же, есть компании российские, которые занимаются оценкой, но тем не менее. Вот говоря про культуру употребления, вот вы вот конкретно что имеете в виду? Ну, допустим, вот что это такое? Почему мы не доросли до Мишлена? Я могу прийти в ресторан, поумничать, я не знаю. Нет, к нам просто пока еще не приезжают критики, системно не приезжают. Конечно же, были вылазки, но системно... Это такое игнорирование идет просто России? Не знаю, честно, я вот просто этот вопрос я так детально не исследовал, я затрудняюсь ответить, не знаю. Ну вот для бизнеса, вот, например, для компании Arpicom, да, это принципиально будет получить звезду Мишлена, либо не получить звезду Мишлена? Не принципиально, даже могу немножко похвалиться.
Я недаром сказал, что кроме Мишлена есть еще один авторитетный путеводитель, называется Загат. Загат Сёве, если быть точным. Ему порядка 45 лет. Во всем мире, в первую очередь в Европе, он тоже уважаем, как и Мишлен. В 2010 году в Лондоне, именно в Лондоне, Стейкхаус Гудман занял первое место в сегменте мясные рестораны именно в Лондоне. То есть его признали лучшим мясным рестораном в Лондоне. Именно Загат. Конечно же, нам это очень приятно, мы это стараемся всегда упоминать. А если бы не было? Вообще, вот я хочу понять, вот нет звезды у тебя, но у тебя ресторан прекрасный совершенно. Но неужели это так принципиально? Абсолютно не принципиально. Я считаю, что не принципиально. Если ты работаешь в сегменте, опять же, не fine dining, mm-hmm. да, а в сегменте casual dining, в сегменте демократичные рестораны, я не думаю, что это принципиально. В первую очередь, на что нужно обращать внимание, это на силу концепции, которая стоит из высокого сервиса, не вышкаленного сервиса, а friendly сервиса, дружелюбного сервиса, из очень профессионального, очень вкусного меню, из хорошей в целом атмосферы, интерьера, хорошее соотношение цена-качество. Вот если все это будет, то можно обойтись спокойно, можно обойтись без звезд Мишлена. Мы обходимся. В Москве мы обходимся. Да в Новосибирске мы обходимся без этого. Ну, спокойно. Приходите к нам, и у нас будете обходиться без этого. Ну, посмотрим. А что в России проблема-то в чем? В сервисе, вот в ресторанах, либо в меню в шеф-поварах? Комплексно. Проблема комплексная. И в сервисе, естественно, и в том, что недостаточно вкусно, в том, что достаточно высокие цены. Все комплексно. Я очень мало вижу сильных концепций в регионах. Вот мне понравилось несколько концепций в Красноярске. Серьезно. Вот полтора недели назад был в Самаре, там тоже парочку сильных концепций, мне очень понравилось. Но это, наверное, исключение из правил. А так, как правило, проблемы с сервисом, как правило, вот меня не торкает. Вот прихожу в ресторан, невкусно. Вот довольно часто именно так. А недавно тоже разговаривали с друзьями по поводу того же, тех же официантов, что, допустим, за рубежом то это может быть профессией. Да. А взрослые люди, да. 50 лет, работают официантом. Могу сказать, что в прошлом году мы проводили вообще заслуженного официанта на пенсию. Он работал просто шикарно. Наверное, наш был один из самых лучших официантов в Стейкхаусе Гудман. Да, в Европе это профессия, люди работают. Не только в Европе, а и в Америке тоже. Люди работают в этом бизнесе, может быть, даже и всю жизнь. Ну, на многих официантов ходят. На многих официантов ходят, да. Абсолютно верно. Люди работают всю жизнь, это уважаемая профессия. Люди прилично зарабатывают, они довольны жизнью. В отличие от нас. Ну, вот а почему у нас-то, я говорю, вот, все-таки подработка для студентов такой? Хороший вопрос. Я думаю, что, ну, в первую очередь, наверное, это все-таки такой постсоветский менталитет. Что еще? Чем это еще можно объяснить? Подработка у студентов, да, да, безусловно, довольно часто именно так это. У нас очень много людей, которые приходят буквально на сезон и уходят. Ну а что нужно сделать и что можно сделать, чтобы все-таки это превратить в работу, а не так? Что можно сделать? В целом нужно менять, конечно, культуру потребления. В Москве она меняется. В Москве я просто занимаюсь ресторанным бизнесом уже порядка 9 лет. Я просто вижу, что было там 10 лет назад и что есть сейчас. А вот что? Что вот это? Что изменилось? Да. Что меняется вот, вот конкретно? Ну, могу даже рассказать на примере конкретном. Угу. 2004 год. Мы на Тверской открыли первый мясной ресторан, Стейкхаус Гудман. Нам все говорили, ну, что вы делаете, не пойдет. Кому это нафиг нужно с такими ценами? Мясо у вас очень дорогое. Понятно же, мы понимаем, что оно качественное у вас мясо, но люди этого не оценят. Не оценят, вы прогорите. Ну, прошел год, люди пошли, прошло два года, людей стало больше. С каждым годом я просто вижу, что люди стали все больше и больше разбираться в мясе. Именно так. То есть у нас очень много постоянных гостей, которые прекрасно разбираются в мясе. Может быть, немножко хуже, чем мы, но тем не менее очень хорошо знают, что такое зерновой откорм, что такое травяной откорм, что такое степени мраморности, какие они бывают. И в целом я просто вижу, что люди ходят в ресторан не потому, что праздник какой-то, день рождения, юбилей, они ходят 2-3 раза в неделю, для них это в порядке вещей провести приятное время. Меняется культура, меняется в лучшую сторону. Официанты, в частности у нас в Репикуме, официанты взрослеют. В том же самом Гудмане у нас
люди, официанты где-то от 30 до 60 лет работают. Вот я недавно сказал, в прошлом году проводили на пенсию официанты, то потому, что у него там просто проблемы в семье, там со здоровьем были проблемы. А так в 60 лет человек просто прекрасно работал, он давал фору там 20-летним. Это серьезно. Это на самом деле так. Я думаю, что мы пойдем все-таки пути той же самой Америки или Европы, и через какое-то время мы придем к тому же самому. Ресторанный бизнес у нас будет развит, у нас будет хорошая культура потребления, профессия официант будет уважаемая, люди будут стремиться в ней работать. Но культура потребления, она зависит от людей, либо все-таки от рестораторов? Вот... Комплексно, все комплексно, она зависит и от людей. Ну, не будем скрывать, что, во-первых, это и менталитет, и, конечно же, это все-таки и зарплаты. И от рестораторов. От рестораторов тоже много чего зависит. Я далеко не всегда в регионах, да и в той же Москве, далеко не всегда вижу качественный сервис. Мы еще 10 лет назад создали свой корпоративный университет, потому что мы понимаем, что с сервисом засада. Поэтому нужно обучать, обучать и еще раз обучать. Не все это понимают. 10 лет назад, когда мы создавали управляющую компанию, нам многие рестораторы говорили, зачем вы это делаете, можно обойтись без управляющей компании. 10 лет прошло. И сейчас многие профессиональные, причем известные рестораторы, тоже создали управляющие компании. Без этого никак. Нужно обучать персонал, нужно с ним работать, нужно контролировать. У нас порядка 6 разных степеней проверки разных отделов, которые контролируют рестораны. И есть и корпоративный университет, который обучает и официантов, и менеджеров, и поваров. И все это нужно делать в регионах. Есть, повторюсь, есть в регионах сильная концепция, которая мне очень нравится, у которых прекрасный сервис, прекрасное меню, все хорошо. Но таких немного пока еще. По поводу продуктов для ресторанов, вы их везете из-за рубежа, либо здесь все российское? Нет. Опять же, смотря какая концепция. В разных концепциях разный подход. Ну, давайте, наверное, начнем с Гудмана. К сожалению, сейчас лучшее мясо – это австралийское мясо. Почему, к сожалению? Почему, к сожалению? Ну, мы все-таки стараемся работать с российскими производителями. Но мы понимаем, что российские производители пока по качеству мяса не дотягивают до той же самой Австралии или до той же самой Америки. Ну, просто Америка пока закрыта. Стремится вообще к этому? Кто-то стремится к этому? Я просто вот не в курсе вообще. Могу сказать, что стремятся, конечно, но не так сильно, потому что пока еще рынок мясных ресторанов, он маленький. Большим мясокомбинатам проще зарабатывать на недорогом мясе. Они на этом зарабатывают больше денег. Не буду называть имен. Есть у нас одно большое производство. Ну, они говорят, что неинтересно с вами работать, у вас маленькие объемы закупок. Нам значительно проще продавать менее качественное мясо, зато мы на этом много заработаем. А какие-то частники, это невозможно? Опять же, маленькие объемы, это по их меркам. По нашим меркам частники нам не смогут обеспечить такие объемы, нам нужно там 20 тонн в месяц. Ну, это очень много. Мы практически, вот сейчас мои коллеги находятся в Америке в очередной раз, да? Могу сказать, что мы очень часто посылаем своих сотрудников на обучение или в Австралию, или в Америку. В Америке или в Австралии культуре мясного производства больше 100 лет. Это очень высокотехнологичный бизнес, достаточно часто это семейственный бизнес, люди этим занимаются столетиями. Вы заходите на производство, вы понимаете, что там все стерильно, там все высокотехнологично, все ходят в белых халатах, просто все идеально. То есть это очень профессиональный бизнес, нам до этого еще расти и расти. А вот насколько было бы дешевле мясо, если бы оно делалось в России? Ну, конечно же, оно было дешевле, но другой вопрос, что пока его очень-очень мало качественного мяса, поэтому пока нам приходится закупать австралийское мясо. Но опять же, если говорить о Гудманах, если говорить о Колбасовых, то да, отчасти мы закупаем российское мясо тоже, конечно же. Плюс к этому стараемся вообще поддерживать российского производителя и закупать российские продукты. Ну, с Россией тоже далеко не всегда все однозначно, потому что Россия страдает нестабильностью поставок. Сегодня есть поставки, завтра их нет, или завтра они есть, но худшего качества. А мы не можем себе позволить поставки худшего качества. Качество должно быть каждый день идеальным. Вот этим грешат российские производители. А свое производство
именно там фрукты, овощи, делаете, либо есть уже? Нет. А не хотите ли сделать? Потому что у нас даже, насколько я знаю, даже наши местные, владивостокские уже, понятно, что договариваются с фермерами, не с пригорода, с края, а некоторые даже задумываются о том, что уже сделать свои фермы такие большие и там выращивать для себя. Ну, и... это сложный бизнес, mm-hmm. реально это трудозатратный бизнес, и плюс к этому это так называемые длинные деньги. Это очень длинные деньги. Сроки окупаемости очень большие, поэтому пока мы закупаем все у российских поставщиков или частично у западных. Mm-hmm. А вообще с обманом посетителей вот в качестве продуктов, это проблема российских ресторанов? Ну, когда вы говорите, что вот мясо у вас такое, да, а мясо у вас не такое. Либо, допустим, ну, а мне вот, допустим, я пришел, ну, я не разбираюсь, да, какое это. Да. Ну, а мне сказали, что ну вот такое. Да. Я сижу довольный, да. и делаю вид, что действительно есть такое, это есть, оно. Есть такое. Не сказать, что это массово, mm-hmm. но есть такое. Вот в Самаре я был полторы недели назад, mm-hmm. там это было. Mm-hmm. У тех крепких ребят с хорошей концепцией не, нет? Не-не-не, не у них, не mm-hmm. у них, нет. Ну, это проблема в том, что у нас люди, гости ресторанов не понимают в качестве проблема, продукции. Если говорить, да, о регионах России, пока еще маленькая конкуренция, реально маленькая конкуренция. Я просто приезжаю в крупные города, вижу конкуренция, как в Москве там лет 15 назад. Сильных концепций, дай бог, одна, две, три максимум в больших городах. Поэтому конкуренции нет. Сильных концепций мало, рестораторы достаточно расслабленно себя чувствуют. А у нас вот в прошлом году, в начале, это такой барный бум был в Владивостоке. Открывались бары, бары, mm-hmm. бары. А у вас, вы не хотите на Арпиком какую-то еще такую барную сеть? У нас есть один бар, но, mm-hmm. наверное, это не наш профиль. Mm-hmm. У нас есть на Новинском Гудман бар. Пока нам это достаточно. Все-таки наша основная специализация – это пивные рестораны, мясные и рыбные рестораны. Даже, наверное, скажу так. У нас в середине 2000-х было порядка 8 разных концепций ресторанов. Пивных только было порядка 5 разных концепций. Да? Были и французские кафе, и итальянские рестораны у нас были. Это был такой опыт. Очень дорогой опыт, не буду скрывать. Но в итоге мы поняли, что самые сильные, самые востребованные концепции – это Гудман, Колбаса, Фельман и Янкель. Поэтому все остальные 5 мы или ребрендировали. То есть, например, было французское кафе Легато на Тверской. Мы из него сделали Фишхаус, Фельман и Янкель. Был, например, пивной ресторан «Сибирская корона», стал пивной ресторан «Колбасов». Это очень большие деньги мы потратили на этот опыт, но зато опыт был удачным, и теперь наша концепция вот так вот детально отработана. Поэтому я не думаю, что мы пойдем в сегмент бара. Угу. Ну, это не наш. Бар один у нас есть, этого достаточно. Для рыбных ресторанов вы вообще рыбу с Дальнего Востока везете? Хороший вопрос. Вот насколько. Я просто не занимаюсь закупками. У нас есть отдельно департамент закупок, и еще у нас есть департамент продукта. Два департамента, которые вот об этом знают все. Что касается Дальнего Востока, я, признаюсь, не знаю. Угу. Везут ли они что-то с Дальнего Востока. Не знаю. Просто вот да, сейчас открыли ресторан «Русский остров». Угу. Бывший депутат законодательного собрания нашего местного женщина везет, вроде как все отсюда, дальневосточная кухня, вот такое новое, я вот просто про что и спрашиваю. Потому что, ну, знаю некоторые рестораны тоже в Москве, где там цена рыбы в ресторане, ну, дешевле, чем у нас здесь в рыбном ресторане. И я вот немножко этого не понимаю, вот, к сожалению. Вот. Ну, на мой взгляд, можно нам закругляться, потому что я думаю, что мы с вами еще встретимся в рамках конгресса, мы туда придем, поснимаем. Да. И еще поговорим с вами а то про наши рестораны после того, как вы их увидите. Да. Вот. Через недельку. Да, я думаю, это будет правильнее и интересней узнать мнение, ну, если у нас хоть что-то. Да, я думаю. Ну, я думаю, что сильная концепция я увижу. Ну, дай бог. У нас в гостях был Олег Юдин. Мы увидимся еще, может быть, не в прямом эфире, но в записи точно. Всего доброго.